оживают, а вот с болгарами что-то происходит. Нет, они достойные, они красивые, но тех результатов нет. Вы будете смеяться, но никто специально этого не подгадывал. Наша первая трансляция началась с выступления Евгении Канаевой. И наша заключительная трансляция турнира «Личниц» заканчивается выступлением Евгении Канаевой. Ой, с Богом. Последний вид. Заключительный. Как у вас, но у меня выступили слезы. Я плачу, сама не понимаю, от чего. Но вот именно такой должна быть настоящая чемпионка мира, как Евгения Канаева. Такая разная, такая красивая, трогательная, нежная, сильная. Потрясающе. Ты знаешь, вспомнил историю, которую рассказывал замечательный пловец, двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов, про то, как он, собственно говоря, перешел в баттерфляй, ведь он в основном практиковал вольный стиль. А перешел так, соревновался с другим неоднократным олимпийским чемпионом Евгением Садовым, никак не мог догнать. Он говорит, это вот просто катастрофа, вроде, ну уже вот по ходу, по скорости опережаешь, вот он чувствует, что ты близко, и чуть-чуть прибавляет. Показалось, согласись, пару-тройку дней назад, что Дарья Дмитриева и Дарья Кондакова догнали Канаеву. Или как минимум очень близко. Да, показалось. Она это тоже поняла, и все, и вперед, и до свидания. У нее есть резерв. Та Канаева, которую мы все знали еще год назад, казалось, расти уже некуда, тем не менее приросла чем-то еще. Мне добавилось. И вот этим чем-то еще безумная. Она сейчас победила убедительно, красиво и мощно. 116 сумма, 29,350 оценка. Это фантастика. Вера Ефремовна Штельбаумс, какая же молодец. Как же тяжело ей было, зная безумную ее эмоциональность, как человека, как тренера, как она переживала за вот эти вот два дня. Ты тоже плачешь, Денис? И я плачу. Я нет. Потрясающий просто чемпионат мира. Спасибо большое за такой чемпионат мира.